Хей, йога, если мешаемки, мы продолжаем проходить игру по названием Секира. Я, короче, подумал, давайте, наверное, немного поменяем тактику. У нас есть фейерверки, ну блин, я не знаю, насколько они будут эффективны. Топор точно нет, потому что. Блин. Я не знаю. Типа поджог, но он много забирает. Блин, петарды как вариант. Но тоже 50-50. Ладно, побежали. Побежали еще раз. А можно это сделать все без драки? А, походу нет. Дук. Это походу основной бой. Face me, Shinobi. Бац, бац. Бац, 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 бац. Вот как, вот эту атаку мне. Вот. Если я смогу понять, как отбить ту атаку, будет отлично. Вот, 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 как их отбивать. Что это было? Ладно. Что? Ну я не понимаю, как отбивать. Походу никак. Ха. Сложно. Ай, бля. Нет, ну типа. А почему ты не атаковал? У меня жопа горит от этой битвы. Бац, бац. Не, типа, ему типа можно этот стойкость петардами попробовать. Давайте попробуем петардами. Блин, ну это на самом деле сложно бить. Ну как, для меня сложно. Потому что я не понимаю, как блокать, когда он мечом атакует красную. Тут, значит, да, свою. Типа, мне нужно на врага, да, по идее? Кувырок делать или нет? Если я вот эту херь сейчас пойму, я смогу его убить. Пока я эту херь не пойму. Вот за что? За что мне вот такие фрезы, скажите?
стоит все на минималках, все стоит на минималках, все стоит на минималках. Низко, 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 низко. Все стоит на минималках. За что? За что просто фриз? Надал на его вместе. Face me, Shinobi. Вот почему? Как? Ну, блядь. Я не понимаю, как эти колющие атаки отражать. Ебануться. Не посрать. Гнида. Я не... Что? Ну... Объясни! Я тупой, объясни! Что это было? А, лошара, ну я и лошара. А почему ты не блокаешь? Даун. Почему ты не блочишь даун? Что это за фигня? У него две хилки! Я только заметил! Хера, у тебя две хилки. Животное. Что? Класс, 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 класс. Великолепно, просто. Найс, 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 найс. Окей.
сейчас сделаем другую вещь. Я еще знаю, что сделать, кроме вот этого всего. Сейчас мы отправимся кое-куда. Так, переместиться. Угу. А, в замок идем. И сейчас кое-куда там пойдем. А я забыл кое-куда сходить там просто. Если это вообще туда, я тпхаюсь. Надеюсь, туда. Ну, там, где мы типа этого убивали. Копьеносца и Синоби. Да не, он жесткий пиздец. Я думал, а чё я думал, что у него одна фаза, о. Я так посмотрел, движу. Одна фаза, найс. Так, нам туда нужно, на мост. Так, вопроси. А, все, вопроси больше нет. А не, вопросы есть. Какого хуя фрезы? Такой вот вопросы. Нахуя так сложно? Нахуя так сложно? Нам нужно туда. Нахуй. Жди. Жди, вот за что вот этот фриз? Закрыто. Найс. 99 нагрушности. Свернул игру, у нас немного там покрутилось. Работай, крюк. Крюк через раз работает, аж бесит. А как мне туда забраться, блядь? Бля, еще он лучше, еще лучше. Вы идите, короче, знаете куда? В жопу. Сейчас будем отсюда как-то выбираться. Сейчас, короче, сюда сбегаю. Отдохнем по-быстрику. Отдохнуть. А наверх как мне забраться, блядь? Как мне на мост забраться? На подмостке как мне зайти? На мостик, вот туда вон, на мостик. Ладно, я значит знаю куда. Давайте в другой цепнемся. Переместиться. Замок, где у нас двор? Вот он, замок Асин. Ой, боже. Нет, тут босс, блин, если бы у него была одна фаза, окей. Вторая, сложно. Сложно. Я чисто все хилки потратил на него. На первую фазу. Типа, оно запоминается все равно, типа, мысленно, как он атакует. Мысленно. Типа, ну, блин, он все равно быстро атакует. Животное. Это просто животное. И нечего больше сказать. Она за что такие фрезы, просто скажите, за что? За что я это заслужил, блядь? Я отсюда убежал, а вот сюда я вот не ходил, да? Да. А здесь у нас что? А здесь у нас какой-то мужик с колоколом.
Вот кто у нас здесь. А что мы делаем? А мы делаем вот что. Мы его сюда приманиваем. Да, волки у нас бегают, лагают. Я даже не хочу узнавать, как он атакует. Вот честно. Да, честно, мне посрать, как он атакует. Мне нужно, чтобы он сюда подошел ко мне. Давай сюда дуй. Привет. Как чё? Оу! Блять! Нахуй так жестко? Мужик с колоколом, ты чё? Мать чума. Блядь, этим дикий. А знаете, что я хочу сейчас сделать? Пускай он, короче, меня потеряет. Я с разбега попытаюсь прыгнуть на него. Так не эту дикость. Не, я все-таки туда не ходил, да, там, наверное, тоже что-то есть. Главное, чтобы он меня потерял, я в прыжке его убью. Попытаюсь, попытаюсь. Повторюсь, попытаюсь. Да нет, что там? Пиздец. Колокольчик. Жесткий. Жесткий. Жесткий парень. Жесткий. Но я не хочу с ним драться. Знаете почему? Он жесткий. Почему я его не смог убить? У меня есть идея, ребят. Просто изи идея. Чё, хуел? Всё. Это моя изи идея была. А что теперь делается? А сколько... А мне что, по две этих тратится? Заюз? А чё? У меня же было их сколько? 16? Или 15? 15 было точно. Вот теперь я его легко убью. Блядь. Почему ты начал со мной смотреть? Ладно, что здесь есть, что там? Типа, чего ты боишься? Иди к нему. Так у него стойкости вы видели сколько? Меня колоколом отпиздит. У меня просто отпиздит колокол. А я этого не хочу. Нахер надо. Мне главное, чтобы он отвернулся. Покорми волков, покорми. Покорми ебучих волков. Отвернись. Сука. Еще рубить. Лопчик, сейчас с тобой рубить. Я ниндзя, я бесшумный. Я ниндзя, я бесшумный. Так, магнитик. Ладно, что он меня не услышал. Так, еще какое-то поместье. О, плюс день. Оу. Показалось, там кто-то ходит. Окей. Плюс еще тотем. У нас, в принципе, ребят,
сколько мест? Много мест, куда я могу пойти. О, там торговец. Отдохнуть. А у нас там торговец. Сейчас я хочу посмотреть, что сначала здесь у нас. А, ясно. Ничего у нас там. Здоров. Не желаешь купить от подношения? Еще один. Да, 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 одно и то же. Купить предметы. Что по предметам? А, суицидалка. Бусинка. Бусиночка продается у него. И кусок маски. Я не знаю, что делает маска. Наверное, 5 кусков стоит, блядь. Слишком много, но она, по сути, очень полезная. А у меня денег нету. Денег нету. Джи-джи. Что за место? Мне страшно. Средство от страха. Мне стрёмно здесь играть. Чё? Вы что, двухразовые? О, это вот плохо. Ну, из них падает успокоительное средство. Из всех. Пиздец. Пиздец. Херня в том, что они... повторно встают. Ну, видите, чисто из них выпадает это средство. Ты хороший? Что? Что ты здесь делаешь? Как ты сюда попал? Ты должно быть Синоби. Да. Именно. Я так и думал. Не желаешь ли оказать мне услугу? Я Додзюн. Мне поручили подготовить лекарства из вод молодости. Перейди сюда сразу, уважаемый Синоби. Это письмо я получил от господина. В нем все подробно расписано. Так. Открывала письмо лекарям.
Потертое и запачканное кровью, так письмо написано досуку. Лекарство из заброшенного подземелья. Требуется один крепкий человек. Ха-ха, классно. Так, предпочтительно опытный самурай или дюжий воин вроде солдата из отряда. Так, Тара. Его нужно доставить в целости. Досаку. А можно мне туда? Смотрю, там что-то есть. Ох, не, место это, конечно, ебло, это... Масло. Масло. Сука, сверчки. Последний укус. Ну, это типа яда. Ну, типа яда. Бля, вот это место стрёмно. Как бы то ни было. Страшно, вырубай. Так, отдохнуть. Вот куда он идет, скажите мне? Куда оно топает нахуй? О, все, оно топает обратно. Изи фарм. Мне интересно, сколько они наносят и что они вообще наносят. Ой, блядь! Напугал, окей. Красный сгусток. Круглый красный сгусток накладывает статус кровавые глаза. Устойчивость к прерыванию. Так. Прерывание атаки, но делать невозможное воскрешение. Такой сгусток остается после так, после тех, кто в жизни не смог достичь желаемого. Но на ощупь кажется, что он немного теплый и даже слегка пульсирует в руках. Типа мозгов. Страшный, 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 страшный. Читать. Так, рушащая башня из... для подношений. Здесь покоятся вассалы клана Асина, казненные после большого восстания. Да, обретут их души покой. Пока что я просто смотрю. Еще один призрак. А кажется, я помните, я с той стороны был тогда. Ясненько. Даже так. Так, ладно. Оп. Успокоительное средство.
Ну нахуй. Я не настолько сильный, чтобы вот это все делать. Так, давайте отдохнем. Не, место стрёмно. Мне лично это стрёмное место. Сейчас еще окажется, что меня и вода убивает. Куча рыбка. Хорошо, что мертвые здесь не воскрешаются. Так, кошелек, черный порох, успокоительные средства, леденец Аком. Да, место не из лучших на самом-то деле. А, то есть это ты меня увидел? Пираньи тупые, карасики. А, найс. Так, давай рыб с тобой разберемся. Ах ты, зараза, все-таки укусила. Дарась, ну вот дарась. Знаешь, блядь, я сейчас иду. Вот только ты, о, все потерял. Только меня потеряешь. И полетишь отсюда. Что вы тут охраняете, ребятки?
Так, какой-то проход. Это у нас куда? Сокращение пути какое-то. Если босс, то это печально, потому что мне почти левел ап. И... будем краситься как настоящий сноби. Господин, да, вы. И... о, это храм. Здрасте. Отдохнуть. Так, отдохнуть. Поговорить. Люди в храме Сэмпо отошли от учения Будды. Они соблазнились поиском бессмертия и оставили свою веру. Если вас поймают, неизвестно, что вас ждет. Вам лучше вернуться тем же путем, что и пришли. И все же. Если вы твердо решили войти, я не стану вас останавливать. Но в таком случае, прошу, берегите себя. Be careful, be careful. Так, ладно, давайте, наверное, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья, всем пока.